Здрасте. Здрасте, Энди. Где? У меня в профиле там, в подписках. Но они там не все, я еще некоторые скачивал еще до того, как там мастерская появилась, все дела. Если какой-то конкретный интересует, там, я скажу. Здорово. Еще кто-то join channel? Чё ты хайпишь? Да. А, сейчас. Сейчас стрим уже идет? Да, заходи. А там еще кто-то в ТС вошел после тебя? Да, это хайпишь. Ну, елки-палки. Сильно прям вообще невыносимо. Первая атака идет, короче, скоговый чарджер мимо, забрал двоих, тут роспись двоих, но... Но... Очень долго их спасали. Сделай что-нибудь, это невозможно. Так лучше? Да, так лучше. Я просто перевоткнул микрофон. Так, а я что-то хотел спросить. А кто там зашел в TeamSpeak после тебя? Тут еще Аур, Тейсон. Ну вот, в общем, Bleedout Tournament, четвертый раунд, играют команды Penguins против агентов, обе команды русские. Опять, короче, хрипишь. Попробуй тише говорить, мне кажется, когда ты говоришь тише, ты не хрипишь. А, все, я, кажется, понял, в чем беда. Сейчас лучше? Да. Во. Держитесь подальше. Все, потому что на стриме-то я вообще это. У меня все нормально было. Тут уже тем временем до ивента дошли, пока мы разбирались с техническими проблемами. Не решается запускать же тут атаку, да. Есть, кстати, крыльщик с чарджером, можно попробовать минусануть, но нет. Чарджер безуспешный. Мы готовы. Перезаряжаю. Ивент запустили, сейчас убегут начало карты, как всегда. Игра одна будет. Да, это, можно сказать, дерби. Футбольным языком выражаясь, встретились две русские команды, пингвины и агенты. Охотник. С дерева охотник прыгает, скитят его. Вот чарджера словил на ровном месте, Элис, но быстро его тиммейты спасают. Хорошо состреливают, за агентов играют Малдор, Джесс, Докорлс и Зло, за пингвинов Флавио, Фил, Леон и Сик. Четвертый раунд. Спекхуд. На стандарте принимают ивент, а там будет поздний. А, есть два кап. Жакей почему-то не водил по спите Леона. Но он далеко, по-моему, был. Но дамаг небольшой прошел. Помаленьку, потихоньку, неприятно все равно. Все на лодку. Ну и чего мы
ебнуть стали. Потрудней твоя работа, сестренной. Давайте в лодку, сейчас покатаемся. Ничего не происходит. Есть Чарджер, Смокер, Бумер, Жакей. Идет атака, Жакея. Успели застрелить, цели он не достиг. Чарджера убили. В ноль, по-моему, атаку слили. Немножко по сику, мне кажется, прошел дамаг, но не критично. Ведьма будет, почему не будет-то? Все будет, и ведьма будет, и танк. Кусты. Как я завидую тем людям, у которых нет кустов. В игре. Им все видно. Я думаю, в 2016-м уже таких не осталось. Потому что спасибо Адонде Саблеру, который уже много лет работает для второго лосподеля. Но ты можешь позавидовать тем, кто видит сквозь стены. Да. Да деньги надо платить. Так, охотник где-то летит, напрыгивает. Нам что вообще не пишется? Чарджер чуть-чуть не подрасчитал. Чуть-чуть. Чарджер поторопился. Буквально. Буквально на десятую секунду позже он бы его вынес. Я из Красноярска, кто-то там спрашивает в чате. Не знаю зачем. А Миллениум не покажет никто, наверное. Там Миллениум параллельно играют, а тут два игрока стримят первого лица. И еще стримим мы. Как они слили плювальщица-то быстро. Да, кстати, а где ведьма-то будет? А, они уже убили ведьму, я это проглядел. Я ее даже не слышал. Не удалось никого заблевать. Где Чарджер? Чарджер выбивает. Успел один раз ударить об землю. И все, Сик открывает дэмэдж бонус. Почему игру не слышно? Игру слышно, но тихо, чтобы она не перекрывала нас. Пытается тащить машину. Все плохо. Старым игрокам, наверное, должен быть знаком как капитан команды Секси, известной русской команды старых времен. Но не той, которая вот недавно там на каком-то капе участвовала. Да, настоящих секса. В чисто поле убежали пацаны. Это его камбэк в Left 4 Dead 2. Почувствовал запах денег. Такие доллары в глазах появились, такие. Как в мультиках. Нет, я в TeamSpeak сейчас, не в Мамбле. Да нет никакой разницы там, что в TeamSpeak, что в Мамбле. Там атаку тем временем слили, по-моему, да, в нулину. Идут пушить танка. Ну, сапог вот слили, хорошо, смелость появилась. Джесс хорошо держит ХП, правда, это уже второй контроль. Ему надо будет уже скоро выходить, вот буквально сейчас, с этой атакой. Ну, как бы контроль на весь растратил там, пока машину пытался перекинуть. Да, он пошел. Даже Чарджерам неудобно. Чарджер и Жакей, они пока доберутся до... Да вы же шокомокаут. Не может Джесс никого догнать, кидает камень, попадает, есть отличный подкур. Чарджер мимо.
там инкап Сика тем временем. Ну, считай, что тут саппорт сработал, вот корольщик. Ну да. С чарджером побили Сика. Сурвы танка пока дамажили. Танк одним камнем попал вроде. И он еще один удар сделал. Угу. Один удар, один камень, в общем. Вот так танк был отыгран. Шатдаун бумера. Вдвоем слились. Надо корейского кастера отправить игру Миллениум стримить. Куда чаржи пробил? А, вон куда. Последняя атака. Не дотягивается язык, в дерево попадает. Вернее, дерево обрывается, да. Хантер подхватывает, но... А вот сейчас обрубили язык. Сейчас на топор. В топор ударился. Хороший бонус, в принципе, доносит команда Пингвины. Посмотрим, что покажут агенты в ответ. Я думаю, Джессу, наверное, тяжело играть после такого длительного перерыва абсолютно на дорогом конфиге. Какого черта ты убил пилота? Ну, с тех пор, как он стал зомби, он уже работал не на нас, как вы считаете. Да, корейский сайт для стримов называется Африка. Как-то странно, мне это кажется. Пошли, погнали. Дабл кап с чарджером и хантером быстро состреливают, и только курильщика убивают последним. Небольшой дамаг проходит. Ну, они точно так же разобрали в прошлый раз. Ну, агенты их. Только агенты там подольше их пожгали, почему-то. Очень долго тиммейты спасали там. Алло, ведьма. Где ведьма? Где-то здесь должна быть. Что там у зараженных? Постоянно меняется план атаки, они могут скоординировать действия, где напасть. Кит Ханта заблёк мимо, спайм чарджера и только остается. Сейчас она рез простянет им. А, ну она на ведьму хотела, видимо. Джесс совершает краун. Оп, почти двух ведьм убил. Пошла веселуха. Перезаряжаю. Осторожно. Агентс. Шарджер влетает, пробивает одного. ЖК уводит куда-то. Неплохая атака. Но мне что нравится, что чарджеры, они даже бить не начинают. Обе команды, даже если гром пробивает, идет отличный спам. И либо громы вообще не долетают, либо вот начинают пробивать, но быстрый отстрел не позволяет им нанести большого дамага. Хороший спам от обеих команд. Эй, осторожно. Что за аддон? Можно рассказать, какой аддон? Идет атака, толстяка попнули моментально. Ах, я же до сих пор объявку не сделал или сделал. Ну я ВКонтакте постанул, так что. Все на лодку. Отлично, все в лодку. Блин, вот я и
Так, Жакей напрыгивает на Ника тут. Ой, это отличный два капса с киту. Слизь мимо. Нет, спита промазала. Спита промазала. Обидно им должно быть. Очень серьезно. Несмотря на то, что спита не попала. Давайте в лодку, сейчас покатаемся. Перезаряжаю. Надеюсь, что это была случайность. Получаю такая же тычку от Элиса. Вплотную. Не заблевал. Не знаю, как он намеревался сквозь стену заблевать. Минус даже не пытаются намутить. Хотя у него был ковальщик. Ребята пытаются играть на дамаг. Чтобы перед танком посадить ребят на пилсы, сбить как можно больше бонуса. Ну что, тренер, у тебя есть чем нас подбодрить перед тем, как мы полезем в болото? Если я и пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Да, я иду по долине и чего-то там, кого-то там. Так, я сделал объяву. Слышу поблизости вроде такой. Ну а да он такой, чтобы видеть через кусты, можете его где угодно скачать, в принципе. О, Джесс встретил толстяка за углом. Я сейчас ничего не видит и просто машет сковородкой такой. Лишь бы убить кого-то. Что за Джесс? Это тот казах? Насколько я знаю, он не казах. Лестница. Джесс — это старый игрок. Ну ты национальность, назови его. Он из Москвы, русский. Там в команде Секси, наверное, уже все школу закончили даже. А там крышу еще бревно захватить. Думаю, что с бревном ему повезет больше, а там какая-то атака происходит. Но я опоздал на нее. Сейчас бы применять контроль на вот эти вот все бревна и зафейлить их в итоге. Все, минус бревно. Ну вон машина лежит же. А, не, можно запрыгнуть здесь. Не часто играю в болото. Не особо в курсе. А, ну он решил прикинуть бревно и просто пойти без него. А что у него был еще один контроль, он мог еще бы пытаться. Там бы отдал боту, бот бы в чистом поле по-любому хорошо раздал, там, камнями попал всеми. Пошел саппорт, подкуривают Малдера. Охотник напрыгнул. Шарджер пробил. Все по очереди. Пропускают друг друга так. Очень вежливо. Ну здесь тоже, да, скорее. Саппорт что-то сделал. Нежели танк. Ну и что я могу сказать, бонус у ребят на 200 больше пока. Пусть атака, два. Да, Жакей уводит. Боже мой. Сейчас же он его... Нет, не инкапнул. О, чак же пробил. Нормально. Ребята что-то разделяются, только хотел похвалить агентов, что... Не открыт еще у них damage бонус был, поэтому такой хороший бонус. Даже несмотря на двух текущих, но сейчас уже... текущих.
Да, сейчас бонус уже практически сравнялся. Смогут ли они донести столько же, сколько сделали пингвины? Перезаряжаю. Напрыгнул охотник. Прямой такой. Не парился особо. Ну, М2-то нет, если ты прыгаешь не на дробовик, то можешь просто прыгать плюшкой. Ну, у него дробовик был, у Алиса. Но... не повезло ему. Да, годится таким. Ну ладно. Доходят до убеги. Худо-бедно. Жеке такой. Элис подвел к убежище поближе. Не заспамить охотника никак, в два УЗИ никак. Это топором еще промазал. И еще такой, по щам дал. Ну, типа, это ты виноват, конечно, это ты вот. Ну и практически одинаково сыграли ребята. Первую карту. А Миллениум там с кем играют? Миллениум играют. Каким-то парс ад. Я не помню название команды, но там играют Пагас какие-то. Ягуар, Рэй и еще кто-то. Действительно, здесь столько стримов, нужно было пойти ту игру стримить. А то здесь с каждой команде по стримингу там. Федер, Визер, Рэй, Ягуар. Вот. Pickup Guns называется они. Да, подсказывают нам. Нам. Комментаторам. Чё, не знаем, что ли? Но мы же не ту игру комментируем. Тогда было бы действительно стыдно. А тем временем у нас вторая карта. Привет Джойсу от Виза. Спасибо, не за что. Кому, от кого привет? Джойсу от Виза. А. Не от Визера, а от Виза. Ну да, мне послышалось от Визера, думаю, он умудряется играть, кого еще наш стрим смотреть. А кстати, когда мы стримили там с Луной это Scavenge Cup, там, короче, Кос играла какой-то матч. И одновременно на стриме у нас была. Ну я просто такой открываю список зрителей на стриме, и там, не знаю, Коз, вот это Left 4 Dead. Лол. Он типа показывает залогиненных, да? На Твиче. Да. А в убегу надо врываться. Давайте. С Чарджера надо было начинать. Ну, по флаву такой очень хороший friendly fire прошел. Ну, считай, что вот атака была, вот, свои настреляли, как атака. Как будто гром ударил один раз. Опять танк будет поздний. Да слушайте, ну я же не знал, что тут будет много, так много поп-стримеров. Ну, поп-стримеры, между прочим, они стримят скорее из-за своего поп-статуса. Вот, это не отменяет того, что, наверное, все-таки приятнее смотреть стрим с комментаторами, с худом. С картавыми. И так далее. Картавые старые комментаторы, да. Чудо-бумер, а что ты приглядел бумера, что в нем такого было? А что, перелезли бы по самолету? Не, на самом деле просто невозможно охватить такой огромный огромный спектр игр в отборочных этапах. Есть Charger, но спита опаздывает и дамаг практически не проходит. Не, расширивать можно?
Рашовать-то можно, но смысл? Танк же будет. А, я тоже танк. Здесь атака, забрёв одного мили скит ханта от Хлава. Ракей тоже заспамили. Я на самом деле, наверное, поищу вот завтра, там послезавтра на днях интересные стримы, которые мы пропускали. Ну там американских команд, азиатских. Сегодня вот играли Element of Surprise против команды Так-так-так. Так-так-так. А, когда расстримили их, вот там Так-3. Kiss Mix стримил, да. Пару недель назад мы тоже стримили, тут атака идет. Круче, что только один атачил. Сегодня, кстати, еще ожидается, по-моему, сегодня играют Serenity против Smile Support Society. Сосай, чё? Сосай, кого, чего? Сам Сосай, да? Smile Support Society. Вот. И еще будут... Идет атака, значит, есть заблёв одного, Хант напрыгивает и есть подкур. Но... Ненавижу этот ивент, вот такой скучный. Опять же, быстрый сострел. В общем, американская команда неплохая будет играть против... ну, я думаю, Serenity не стоит представлять. Все и так уже знают. Вот, еще сегодня будут играть Noxious, американская команда против Nameless. А завтра будет интересный матч Popstars против Healthcare Professionals. Вот. А вот его надо застримить. Но он что-то поздно, по-моему, будет. ЖК напрыгнул. Ну, толстяку тут тяжело, конечно, будет подкрасться незаметно. Перезаряжают УЗИ, как вот сообщают нам боты. Боты-комментаторы. Боты. Чарджер такой. Раскидать бровно хотел. Полено по всему уровню. Ну где там танк, алё? О, танк. По заказу. Танком становится Докурлс. Какой пароль от комнаты в ТС, а зачем вам? Наймите хакера, пусть он вам взломает. Все не так вот просто. Попадает камнем. Есть подкур. Но камень разбивается о кусты, такие крепкие кусты. Шатдаун бумером. Стреляйте в танка! Довольно бодренько принимают танком пингвины. Вообще команда играет агрессивно, приятно смотреть. На кусты, ну выйди танк из кустов, мне не, неудобно смотреть. Есть атака, подкур, быстрый состав. А, чарджер мимо. Скидками мимо. Вот.
Флав не пьет. А, пьет пилзы. Я думал, он не будет пить пилзы, пока танк там не начнет заходить. Да я, в принципе, не знаю, зачем он сейчас выпил. А, вот, видимо, для чего, чтобы пушануть танка. Вы бы так не разделялись, ребята. Еще один камень попадает. Еще удар. 1000 хп остается. Ай, мимо. Это так, разделились выжившие подвое, и это заканчивается 2 капом. Успевают отстрелить быстро. Хантар, ЖК не успевает застрелить. Камень попадает, как далеко он уводит? На ЖК я посмотри. Да, да. Фиг там сейчас захлебнется вот в воде вот в этой. Там Ник бежит его спасать, не успел чуть-чуть. Сейчас же будет респус Мотига. Ай, на моба отвлекся Ник. Танк умер, но отличный дамаг разыграли. Чарджер промахивается, курильщик не может реализовать подкур. Подкуривает. Чарджер опять промахивается, двойной лечь. Бедный Чарджер. Он прям под инкап задерживает немножко. Так, сегодня объявляется стрим имени группы Хим. Только их песни сегодня будут. Ну как? Вот так, да. Ведьма. Есть инкап. Инкап Леона. Соотечественника. Не трогайте Леона, ёпта. Сливают ведьму. Так как так 1920 они носят? Как тут дамаг по ведьме считается на конфиге? Ну он просто показывает весь дамаг, который вошел по ведьме. Ну, не 2000 же. На других конфигах там показывают в районе 1100. Мне кажется, это ближе к правде. Но все-таки на эсмоде немножко усилен шотган. Ну и что я могу сказать? Довольно немного бонуса получает команда Пингвина за этот раунд на танке. В какой-то момент я уже подумал, что это будет практически там танк отыгран в ноль, но буквально вот последняя атака, она сопроводилась там сочным 2 капом, заблевом, там буквально, наверное, пару-тройку камней еще под это дело попало, и, в общем, очень разрушительно получилось. Немножко не выдержали пингвины тот темп, который сами задали этому приему танка. Вот есть в английском языке замечательное слово Фак. А, тэнкфайт, окей. Тэнкфайт, да. Когда вот пытаешься сказать по-русски, там, не знаю, сражение с танком, прием танка, вот как-то громоздко получается. Танковые войны. Тоже не ахти в тяжелом ситуации тут в России выкуривают. Ника. Танковые войны. Фу, куда плевать сопрунуло. Залетает все-таки чарджер, нанося дамаг по злу. Мне кажется, спита хотя бы закрутить. Как камень только спиту, да? Да. Ой. У меня одного сейчас подлагнуло. Да. Да. Сейчас начнёт звучать. О, лаги, понятно, все, отписываюсь. Фу, тьфу, это. Скатились. Хпу, тебе в стриме в лицо.
Запустили ивент. Они собираются полностью засиживать здесь. Окей, окей. Для разнообразия, почему бы и нет. А, они решают рашить, смотри. Им пофиг на танка. Ну, возможно, они хотят посидеть ивент чуть подальше. Вот там, например. А, ну да, судя по тому, как они обходят. Вода, кстати, да, вода не замедляет, на этом конфиге все это знают и... Ну, хотя тут мобы слишком все-таки быстро добегают. Есть подкур, состреливают... Один кап двоих, ой, кап двоих. Что я сказал? Как-то... Повезло ребятам, что не было спиты, вот не знаю, мне все-таки не нравится это место. А они для такой пошли дальше. Видимо, с следующим пунктом будет хижина. Ну да, хижина в лесу. Сейчас они... там устроят привал. По сути, это место было так-то не ахти еще на конфиге со слоудауном, как бы. Но и тут, походу, да, там, наверное, получше место будет. А будет чуть более издалека бегут и... возможность их застрелить. Атака из-за куста. Чарджер со спитой играют в связочке. Достается коучу, достается Джессу. Да, Джесс гонца отхватывает. Да, кстати, мне тут подсказывают, это действительно так, вроде как на 10 velocity, по-моему, меньше все-таки на воде. Вот, но это, ну, можно сказать, практически без слоудауна по сравнению с тем, как тормозил жутко на промоде. Ну, 10 velocity, на 10 velocity быстрее бегает танк, если здесь вода замедляет на 10 velocity, значит танк догонит в воде. Танк он тоже на 10 velocity медленнее. То есть, по идее, у танка скорость такая же, как и у суров на воде. Я не знаю, вот в первых версиях Ace мода, по-моему, там слоудауна не было вообще, а потом, по-моему, его как-то хотели немножко нерфануть. Поинтов так на 10, я вот... Я очень ленивый, чтобы читать полностью ченджлоги на самом деле. Я вообще читать не умею. Все с одного места и... Через одно место скорее. Будем радикальны в наших комментариях. Ну давай, давай, танк. Полетел камень, скидит камень. Где Катерина? Я не знаю, где Катерина, она за что-то на меня обиделась, но я так и не понял, за что. Я, короче, сижу такой, стримлю с Фидзом и Луной, мне пишет Катя, понятно, скобочкой. С Фидзом и Луной. А, с Фидзом и Луной. А, ладно. Мне пишет Катя, понятно, скобочкой, и все, как бы. И потом удаляется это всюду. Left for drama просто, просто left for drama. Вот весь день ничего не писал, просто одно сообщение пришло в тот день от нее. Я ей как бы тоже ничего не писал, поэтому я не знаю, что произошло. Телесериал. Мне казалось, Лиз там сейчас словит камень, он так бежал прям вот на траекторию камня, попадает там по нику, у него уже готов саппорт. Промазал. Гром пробивает успешно, успеет и сострелить Джеза, только возьмет Джакей, нет, не смотри, трикап! Трикап! И зажмет Рошель сейчас, все. Это вайп?
Да. А причем там никто, он таблетки выпил. Доли секунды не хватило, чтобы застрелить чарджером. На волосок буквально. Отлично, отличная работа команды Penguins. Третья карта нас ожидает. Посмотрим, как этот капчик. Повлияет ли это на их игру как-то? Или не повлияет? Ну, отрыв может... особо-то небольшой. Ну, все равно. Еще две карты впереди. Вдруг они там легко возгораемые. Парни. Ну, вот как экс-игрок секси, я могу сказать, что Джессон всегда до конца доиграл. Я не знаю, как остальные, ни с кем из них я не пересекался в одной команде. Я смокер, чарджер, бумер, жокей. Через 16 дней ЕГЭ по русскому. Смит, Фитц, вы готовы? Ну, Фидзу 59 лет, да, он... Да, мой сын готов сдавать ЕГЭ по русскому языку. Пошел, пошла атака. Левел вроде. Фидз, он сам будет еще сидеть там экзаменатором. Нет, не левел, там поскорее просто быстро. Краун не доставил никаких проблем Флаву. Скит, М2 Закею. Отстрел курильщиком. На бодрике бегут ребята. Обшмонали хижину. Почему что? Обшмонали хижину. А. Да, появляется танк, танк становится зло. Что может задерживать? Чего здесь пройти можно? Вот это приколы. Вот это поворот. Сейчас бы наиграть 3000 часов в Лифт-Фадит и не знать, что тут можно пройти. А ты знал, Фитц? Да. И мне не сказал. Понятно. Фидзу всегда было 59, и 2 года назад было 59, и сейчас 59, и будет 59. 50 лет ему никогда не было. Так, из Афгана вернулся сразу 59, наверное. Шадаун бумером. Танк пытается кидать камни, у него нет уже 700 хп и половины первого контроля. Хорошо его контролят Сурва. Тем временем второй контроль разменен. Танк заходит. Ой, бежит за Элисом, не угнаться, запрыгнул на камень. Жокей подхват... 2 кап. Ну спас танк, спас куча. И сейчас ему уже не дотянуться. И все, уничтожает танка. А там еще есть 2 кап под конец. 2 кап, да. Сейчас расширить недалеко уведут. О, что? Ничего себе, как тут можно заводить. Я думал, тут прям стенка танк, такая невидимая. Танк ошибся, конечно, танк ошибся.
Он, наверное, думал, что смокеры сейчас отстрелят. Да так бы и было, его бы просто отстрелили и все. Действительно. Понимаешь, но там уже 2К был. Жаль, Чарджер не попал никуда. Ну давайте сделаю погромче игру немного. Да я не знаю, мне вообще очень громко. Нет, вот чересчур что-то громко. Что, остается одна атака, полторы атаки. Они очень мощные идут, пингвины. Ноль инкапов. Тут на Рашиле какая-то несмелая такая атака. Это прикольно, сейчас Хантер так ударился. Сейчас бы смеяться над этим, когда тебе 22 года. Ладно бы еще мне было лет 14. Просто громадный бонус доносит команда пингвинам. И вот это уже такая небольшая заявочка на победу, я тебе скажу. Да Фидзу сочиняли стихи не на 50-летие, ему на 59-летие сочиняли. А вообще-то, по-моему, стихи сочиняли не конкретно ему, а я уже не помню, в чем там была тематика. Там юбилей у меня был, короче. Полтинник. Но это было 9 лет назад, тоже. Время быстро летит. Да. Я сплёв. Подкур трик... А, не, не трикап. Нет, не трикап, но... Ну, учитывая, как Чарджер там раздавал, это был 3К почти. Ну да. Огромный дамаг по Джессу. Спасибо за фоллоу. А еще там кто-то в середине стримов ловился, но я забыл поблагодарить. Вот спасибо, сейчас говорю. Ты ему вообще два спасибо должен, как бы процент у тебя. Да. Рыночные отношения. Со всеми разобрались. Грыз передает привет пингвинам и себе. Эй, осторожно! Надо перезарядиться. Удобненько, что удобненько. Ну, тут что они там? М2 сработал на фонтан. Как бы на земле, но все равно он не должен был срабатывать, по идее, ты даже на земле. Блатные какие-то просто. О, он там же камнем попал. Не, не попал. Спрашивают, как Флав потерял ХП, когда они шли за выживших. Блин, вы бы еще спросили, что было в прошлом году? Жакин на него напрыгнул и увел. Во время танка. Да. То же самое хотел сказать. Вот как сейчас вот Жакей вот напрыгнул, вот так же.
Только раз пять дольше. Залезает танк, кидает камень. Куда он пытается протиснуться? А все, не запрыгнуть. А-та-та. Я бы на месте выжившу ушел там вообще. За трейлер бы встал, чтобы он там еще бежал до меня. И контроль у него еще один кончился. Танк заходит, спамят по нему в 4 УЗИ. Тут сейчас будет роспись двоих. На ЖК мимо. Танк по нику два удара сделал. И все. Танк умирает. В спину ему стреляют. Я бы не стрелял в танку в спину, это как-то бесчестно. У меня все-таки есть честь. В один удар и в один камень умер танк. Но бонус у них уже меньше. Хотя пока всего на фоточку. Хунтер, Чардер, Бумер, Спитер. Пытается напрыгнуть, напрыгивает охотник, два заблёва. Чарджер врезался, вот этот мостик. Он, видимо, не знал, что его нельзя вот так вот перебежать. Ну, Элис там впереди планеты всей. Так, а чё назад-то он наступает? Он наступает назад, решили вперед. А, он таблетки хотел дать, окей. Таблеток они там находили. Ой, уводит Ника, смотри, опасно. Гаслись не туда. Не договорились с ЖКМ, куда плевать. И по дэмэдж бонус, но все это проходило. Поэтому... Поэтому практически один ЖКМ, наверное, стоил им почти сотку. Включить Фила от третьего лица, он там ладушки делает на лестнице. Какие еще ладушки? Ладушки, где жили у бабушки? А то есть, где были у бабушки? Спасибо за фоллоу. Я не обратил внимания, кто там был Чардж, который врезался в этот мостик. Наконец-то убежище. Может, задумка была в том, чтобы просто пробить хотя бы там... Пофиг, попасть кого или не попасть, главное пробить. Хуже, конечно, хуже доходят. Гораздо хуже. И четвертый шатдаун бумера есть. Скид. Ой, плевательство чуть-чуть промазало. Хантера от Дакора. Нет, Жакей сейчас спустит Джесса. Нет, Джесс дает ему приклад. Демки после игры. Он же и так стримит. Зачем демки? Может, целый стрим даже будет посмотреть. И на 700 поинтов к четвертой карте ведут пингвины.
Вот, а с учетом того, что довольно тяжело туда идти четвертую карту болота, там два танка, причем один он, ну, точнее не один, а, ну один ив, да, но он второй по счету, он будет ивентовый. Ну хз. Показать сосочки на 400 фолловеров. Сколько сосков вам показать? Вот передают привет Гризу. Вот. Если покажешь соски, ботов завезут. Каких еще ботов? Охотник 25. Нельзя это пропустить. Там ссоры гасятся, если кто-то хочет атаку посмотреть, уж извиняйте. О, нет, мимо, мимо. А Джорджи как далеко пробивает-то? Смотрю, половину хп теряет в лав. Да. Сейчас еще ведьму не убьет. Леон немножко потерял. Ещё Капсика. Ну уже поднимайся на ноги, живее! За мной должок. Перезаряжаю. Охотник. Я заблёл. О. Отстанили плава. Да, вслиз. Ну, по-моему, так не было задумано. Надо перезарядиться! Какой у меня процессор и видюха? Ну, видюха у меня GeForce 770, а процессор там что-то Intel i7. Я не помню дальше циферки. Есть роспись двоих. Чарджер с крышком. А оперативки 8 ГБ. Ну, ребята, надо стараться вайпать сейчас. Пингвинов, чтобы иметь шанс. Камбэкнуться. Да, вот он бревном сейчас вот пульнуть и закатать сразу всех. Полено крутятся, инкапы мутятся как бы. Я думал, в деревьях сейчас застрянет. Но теперь танку не добраться до полена, его уже же и уничтожат, пока он будет идти до полена. Половины хп уже нет. Пошел саппорт, Джекей, Джекей, давай. Дали ему приклад, Чарджер промазал. А где еще один? Еще же один должен быть в саппорте. Ну и что-то как-то печально все для команды агентов. А где был третий игрок поддержки-то? Он там... Он бумером, что ли, каким-то был? И его лопнули очень быстро. А то, что заметил только Чарджера и Жикея. Ну... Я тоже не особо... А, нафиг смотреть на игру, мы же просто комментируем, мы же там не... Не что-то там... Не что-то там что... Ну, может там... Да, хз, короче. Это, собственно, не важно, потому что никто из саппорта все равно не сыграл. И там с ним сыграл.
Он Шарджер грамотно сейчас сыграл, да. А, молодец. Слава. Хвалим. По-моему, Трассер сейчас один лишний бухоп сделал случайно, он не хотел, по-моему, судя по тому, как он развернулся. Он просто не мог уже остановиться бухопить, он поймал волну свою. Есть роспись двоих, да, троих. Три кап уже. Уже снова два кап. Инкап и инкап лавы, или он остается практически без хп. Я очень сомневаюсь, что ребята переживут второго танка, но тем не менее, на скольке он? Где-то, наверное, на поинтах на 500 резается. Так что... То, что они до него доживут, я даже не сомневаюсь. Попнули в умере. А вот чего же так легко не попнуть? И он пользуется этим, пользуется своей вседозволенностью. А если танк будет терпеть, попадать камнями, они, конечно, не переживут, если он пойдет, они... А, не, еще волна. Ну, теперь уже, конечно, шансы малы. Да, не успел Хантер улететь, забыл. Бумера там уже попнули один раз, зачем он еще раз оттуда же оттачит? Очевидно же, что его там попнут еще раз. Ну, может, расчет был на то, что Хантер там отвлечет выживших, но Фил быстро с ним разобрался. Ну и, собственно, да, конечно, это было. Скитанули Ханда. И Чарджер сейчас полетит с крыши. Что он там делает? Зачем он там гаснулся? Давил по лицу и убежал. Перезаряжаю! Надо перезарядиться! Перезаряжаю! Что он там делает? Сейчас сейчас пробьет троих. Нет, все-таки. Получил много свинца, и танком становится Дакурлс, он же Фред Перри, он же Рек. Хорошо его простреливать через заборщик. Ну, не так, чтобы уж очень сильно, но... Ну вот сейчас сильно, да. Царя уже нету у парня, он решает заходить. Двух косарей нет, не дотягивается ударом. Берет камень. Четырех косарей нет. Есть саппорт, он капает камнем, жокей подхватывает флаву, Три... Хант напрыгивает на Фила. Сейчас трое в инкапе будут. А, и один Леон остался. Вот один в поле не воин, говорят, но может Леон покажет, что как бы, ну, все-таки воин. Дерется он с жокеем, у него уже мало хп, да, спамливает его, пытается поднять сика, летит камень. Мужественно ловит камень, успевает поднять своего тиммейта. Есть смокер в саппорте, подкуривает и инкап камнем, это вайп. Мой прогноз был. У меня тут зараженный висит в позе Христа на кресте. Прости, но это было гораздо важнее там танка и атаки. Вот как бы говорят, что бога нет, да? Как бы шахмат атеисты. Вообще-то аметисты, атеист это камень. Прости. Аутисты тогда кто? Это те, кто путают вот это, да? Которые
аметистов называют атеистами и наоборот. Не, я не христианин, но я уверовал вот сейчас только. Смотри, тебя еще посадят за оскорбление чувств верующих. А, ну закрой стримы. Да я не оскорблял, как бы, а наоборот. Поднимаешь, как бы, дух. Да. У ребят, кстати, командный спрейчик. Переливающийся. Ну-ка, а ну-ка. Ого. Два всего лишь у них. Я вижу. Я помню, у Вели Винсера был спрейчик с танком. Командный. Да. Ну, спёрли вот. Название команды секси. Спёр кто-то. Вот сейчас спрей спёрли. У Вели Винсера. Не нащупал торстяк испана дерево. Вот не может. А, есть заблёв одного. Курильщик там. А, он на ведьму. Кто сакрил? Парень с УЗИ сакрил? Не. Джесс. Ремонт. Ну вообще они их достреляли 2500. Оп, как синхронно сработали. Охотник сплевались, они в раз прям все сделали. Tank. Tank is in play and Fluff becomes tank and it's a serious situation we got here. He is going for the tree. Yes, tree. He hits the tree. Короче, Fluff становится танком. Тащит бревно. The piece of tree. Now he switched for another tree. Yes, yes. Чё он, интересно, двумя брёвнами не попытался? Блин. Yes. Я Not hitting Rochelle. И есть инкап. Yes, yes. We have in cap. Охотник напрыгивает. Убили всех, убили саппорт. Будет ли катать? Да. Будет. И закатает. Нет, мимо. Что-то он совсем закосил с последним ударом. А кстати, заговорил по-английски, сразу кто-то подписался там. Наверняка американец какой-нибудь. Thank you, my American brother. Now, guys, бегут вперед. Survivors. А infected ждут их in the window.
In that room on the upper floor? Yes, sure. Или коучи, что они одного его туда хотят пустить? Ну, походу он, знаешь, как такой ветеран. Пойдет драться. Пытается скурить последнего. Зло палит это дело. Тут снова же идет какая-то атака. Да, ребята, так это сыграть на последнего, но агенты поняли задумку и нормально законтрили. Разделили выживших. Ну тут-то, собственно, уже оттащить-то некому, кроме Грома, который сейчас пойдет на перерез, наверное, или упадет с крыши, не знаю. Да, уходит на перерез. Атака мимо, чё же мимо, ЖК мимо, ему дают приклад, убивает пулями. Крышка тоже убили пулями. Толстяк заблевал. Его тоже убили пулями. А милишка-то есть хоть у кого-то? Так, Ника нет, Рыша нет, Элиса нет, и Коуча нет. Чё, милишек нет, что ли? Ну чё? Ну, гитара есть, возьмите гитару. Так, сели, ребята, как в компании отсидеть. Да. Дает стан, один панч, подкур. Слизь растекается довольно-таки хорошо, наполовину лестницы, но никого не задевает. Одна игра, есть. Одна игра. Ну тут как бы две команды русские, поэтому еще им две играть-то. Даже забыл пойти еще на американском сервере сыграть, посмотреть, кто на пингах лучший. Я ничего не вижу. Харкнула плевальщица. Жакей был взят на приклад. Что спряталась? Леон такой коварный. Ну так Уралс настиг его. Куглышек. Что? А, во, все понятно. Кстати, ребята, походу, планируют убивать второго танка, потому что не пьют пилсы до последнего. Их еще ждут три пачки на столике снаружи, которые они наверняка как раз-таки хотят приберечь на второго танка. Почему агенты играют под американским флагом? Ну, им показалось очень забавным зарегистрироваться под американским флагом, а в Preferred Series поставить EU. Там еще куда-нибудь воткнуть груз. Ну, кстати, по-моему, в этой вот в таблице, где пары составляются, очень много команд. Ну, перепутано. Перепутаны флаги. Не, ну они именно там в теме регистрации, я смотрел, они там написали NA и EU. Да? Ну. А, веселые ребята. Интересно, кто у них там главный весельчак такой. Ну и пришлось, в общем, ребятам выпить пилсы. Опять Гром из этого же места. Да нет, тоже вряд ли переживут второго танка. Кто-то мне предложение обмена кидает. Хотят меня развести на шмотки какие-то. Так, идет атака. Охотник. Все выбежали из дома. Нету роспись двоих. Тех, кто внизу остался. Три кап даже. Эй, мне тут срочно нужна помощь.
Да. Не совсем удачный тайминг, я бы даже сказал, совсем неудачный. Для того, чтобы выйти под атаку вот этой комнаты. Много мобов. Жакей подхватывает. Ой, Раш рядом с одним хп не справилась. Да. И три инкапа, Малдер единственный с постоянным хп. Но его подкуривают, и это вайп. И побеждает команда Пингвинс. Пингвины, если по-русски. На 800 поинтов. А хотя не, Пинг побеждает это. Да, не, можно перевести так и так, потому что я так понял, что как раз таки эта игра слов и была заложена в название команды. Но на этом завершается матч. Да, сейчас скажу, что Kiss Me Plox, сейчас вот началась игра Serenity против Smile Support Society. Вот ее Kiss Me стримит. Так что переключайтесь к нему. Вот, а сегодня в полночь будут играть Nameless, правда, не знаю, будет ли стрим, потому что время позднее, но, в общем, сегодня еще игры есть что смотреть, а мы с вами прощаемся. А где танк? До танка не дожили. Да, все, всем пока. До завтра. До новых встреч.